Всем привет! Сегодня сделаем поплавок на карася, покажу рецепт очень уловистой каши и порыбачим. Поплавок будем делать из бальзы. Ширина бруса 25 мм. Велосипедную спицу перекусываем пополам. Зажимаем шуруповерки. Ставим по центре и делаем засверливание с проворотом бруса. Подбираю цангу для гравера. Зажимаю спицу. Придаем брусу округлую форму. На краю палки делаю небольшое отверстие. Завожу в нее спицу. Ставлю обороты гравера на минимум. И крупной наждачной бумагой приступаю к обработке. Придаю нужную форму поплавка. Мелкой наждачной бумагой сглаживаем неровности. Понадобится трубочка от пустого баллончика. Заводим ее в поплавок. Отверстие вверху поплавка засыпаем содой. И фиксируем капелькой суперклея. Равняем на наждачной бумаге. Трубочку также вклеиваем на суперклей. Поплавок обклеим изолентой. Красить буду флуоресцентными автокрасками из баллонов, но в 10 раз экономней эту краску распылять аэрографом. Наношу грунт и произвожу покраску. Далее изоленту хорошо замацываем пальцами, чтобы сделать ее не такой липкой. Крашу антенку флуоресцентный красный. Аккуратно снимаем изоленту. Сушим феном. Цвет черный будет от краски декола. Зубочисткой рисую разделительную полоску между цветами. Финальный слой прозрачной эпоксидной смолой. Ждем сутки, чтобы смола окрепла. Швейную иглу нагреваю зажигалкой и завожу в трубочку. Иглу немного притуплю. Берем коннекторы для поплавка. Их можно купить в Алиэкспрессе, ссылку оставлю в описании. Я покупал самого маленького размера. Держится поплавок в таком коннекторе достаточно крепко.
Вдома сварил кашку на карасика. В кастрюлю добавил 3 стакана воды. Пол чайной ложки соли. Стакан гороха и стакан перловки. Варю на минимальном огне 40 минут. После добавляю 2 стакана жареной макухи. Отправляюсь на грядку, добиваю чеснок. Його добавляю в эту кашу. Каша на карасика готова. Первый карасик. Ну, червячок. Еще один. Опа. Ничего не осталось червячка. Еще один. Ах, траву завел. Ух, этот вообще уже. Этот вообще зачетный карасик. 40 минут после прикорма вот такие карасики уже подошли. Это вообще класс. Ого, поплавок как резко под воду ушел. Карась, хорошенький карасик. Ух, какой. Такой зачетный ладошечник.
хорошенький карасик попался. Ого, ого, оборвал поводок. А не, просто слетел с кучка. Вот такой классный карасик. Еще вот такой классный карасик. Класс. Что-то карасика с глазиком, а? Одноглазый Джо. Потрепала тебе жизнь. Иди гуляй. Хороший карасик. Сначала, как я начинаю рыбалку, одну треть прикормки я сразу выбрасываю в точку лова. А затем уже по чуть-чуть подкармливаю. Ой, там поклевка. Секунду. Ах, холостая. Так повело. Уже сидит. Опаньки. А это что такое? Тут сомик водится. О, божечки. Вот это бонус. В этой речке еще и сомы водятся. Белым днем клюют.
Еще один карасик. Карасик клюнул того. Я сегодня без подсака. И это последний червяк. И такие караси его начали клевать. Что за безобразие? Вот это бонус. Ну что ж, посмотрим на сегодняшний улов по карасику. Ох, тут караси есть. Поплавок получился практически как я и хотел. И главное, прошел тест на уловистость, так сказать. Сколько карася поймал. Надеюсь, видео понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока.